Небольшое замечание, прежде чем мы начнем. В этом подкасте звучат нецензурные выражения, а также обсуждаются темы, которые не предназначены для маленьких детей. Привет, как ты? Весна 2019 года, и я сижу в большой квартире в Нижнем Манхэттене. Уже поздно, и мне немного не по себе, немного тревожно. Я здесь с моим другом Майклом. Это его квартира. Он разрешил мне подслушать его разговор по телефону. Все хорошо, жена в порядке, сын в порядке, жизнь в порядке. Майкл говорит по телефону со знакомым, который работал тайным агентом ЦРУ. Знакомый не подозревает о том, что я подслушиваю их с Майклом разговор. Слушай, а помнишь историю, которую ты рассказывал мне лет 10 назад? В общем, мы с Патриком на протяжении этих лет очень много думали про все это. Ну, то есть мы искали всевозможные зацепки, задавали вопросы разным людям. Мы составили детальную карту, на которой обозначены всякого рода связи между людьми, чтобы проверить, правда ли то, что ты рассказал. В общем, мы хотим выпустить подкаст. И я знаю, что запись на диктофон в твоем случае — это непросто. Но я подумал, может быть, ты сможешь дать интервью при условии, что в подкасте будет изменено твое имя и голос? Да. Да, конечно. Понятно, я не хочу, чтобы тебя посадили, чтобы тебя, не знаю, арестовали или еще чего похуже. Хорошо. Давайте. Ну что? Ну он такой, это исключено. Это тяжкое преступление, если на записи будет мой голос или что-нибудь такое, меня посадят. Меня зовут Патрик Краденкиф, я журналист. Я пишу для журнала «Нью-Йоркер». Я писал о наркобаронах, военных преступлениях, о всякого рода мошенничестве. Но все мои расследования объединяет одно. Я раскрываю тайны, тайные миры. Я приподнимаю завесу над тем, что мне знать не полагается. Многие журналисты занимаются этим. Некоторые считают, что правда скрывается в неких закрытых на замок комнатах, куда нам реально или метафорически не попасть. Мы проводим день за днем, пытаясь заглянуть внутрь и надеясь, что однажды кто-нибудь протянет нам ключ. В 2010 году я жил в Вашингтоне, округ Колумбия. Мне представилась необычная возможность поработать в течение года в Министерстве обороны США. Условия были следующие. У меня был доступ к секретной информации, только пропуск в закрытый для обычных глаз мир. Единственное, что требовалось от меня, это пообещать, что я никогда не буду писать о засекреченной информации, которую увижу. Столько лет я думал про все эти секретные данные, которым у меня как журналиста не было доступа. Мне не терпелось проникнуть в компьютерную систему, в которой хранится засекреченная информация, в эту тайную комнату, и осмотреться там. Но потом случилось нечто забавное. В тот год я каждый день надевал костюм и шел в Пентагон. И однажды я пришел к осознанию того, что доступ к секретной информации — это ничто. У более чем миллиона американцев есть такой доступ. Оказывается, что для того, чтобы получить доступ к по-настоящему интересной информации, необходимо получить разрешение совершенно иного порядка. Наиболее значимые государственные тайны хранятся не так, как другая информация, и в них посвящен узкий круг людей, которому необходимо владеть этой информацией. Так что к моменту, когда я закончил свою небольшую программу в правительстве и перестал иметь доступ к секретным данным, я не очень-то и думал про ту информацию, которую мне позволили узнать. Меня гораздо больше волновала иная засекреченная информация, которая хранится серьезнее, чем любые другие засекреченные данные, которое суждено навсегда остаться тайной. С тех пор я руководствуюсь одним правилом. Волшебного ключа не существует. Нет пропуска, который позволил бы получить доступ к самому интересному. Но есть урок, которому нас учат детские книжки. Путь к разгадке любой загадки лежит через путешествие, и дорога от загадки к разгадке почти никогда не бывает прямой. Производство Pineapple Street Studios, Crooked Media и Spotify. Это подкаст «Ветер перемен». Эпизод 1. Мой друг Майкл. Okay.
Так, так, хорошо. Я должен вернуться к началу и рассказать вам о Майкле. Его зовут Майкл Штендер Ауэрбах, и он один из моих ближайших друзей. У него каштановые волосы, очки в толстой оправе, так что он выглядит как типичный хипстер средних лет. Мы давно знаем друг друга, и я недавно нашел его электронное письмо, которое хочу прочитать ему. Итак, я просто попытался понять, когда это все началось, для тебя и для меня. Это началось в один из четвергов 2011 года. Мы переписывались по электронной почте. Мы обычно не переписываемся по утрам. В общем, ты отправил мне электронное письмо, и в письме было написано: «Вчера обедал с моим хорошим другом, и он рассказал мне такое, о чем ты будешь писать не один год». И дальше ты написал: «Википедия». Я думаю, это своего рода команда, то есть ты предлагаешь мне обратиться к Википедии. Википедия, Scorpions, Wind of Change. Признаю, что был мало знаком с творчеством Scorpions. На самом деле, я даже не знал эту песню. То есть, когда наиграла, мотив казался знакомым, но... Ты обратился к Википедии? Конечно, обратился. В общем, тем утром ты отправил мне это электронное письмо, и моя жизнь изменилась в тот день. Прости. Та история, которую Майкл рассказал мне про песню «Wind of Change», оказалась самой запутанной из всех, над которыми я работал. Когда я начал присматриваться к ней, как будто открылись двери в самые удивительные и даже странные места. Настолько странные, что я бы просто прошел мимо, и, наверное, не стал бы продолжать работу, если бы эту мысль мне не подал Майкл. Майкл помог мне найти много ценных историй за последние несколько лет. Кстати, ты считаешь, что я ни разу не писал статьи, которая не была бы вдохновлена твоей идеей? Ну почему же есть пару статей, но это не лучшие твои статьи? Наверняка в вашей жизни есть такие люди. Майкл такой человек, что кажется, будто он знает всех, и у него есть мнение по поводу всего. Я дал тебе много сюжетов. Ты прекрасный источник идей. Даже те истории, которые ты сам нашел, я помог тебе разобраться с ними. Официально Майкл работает с Мадлен Олбрайт, которая была государственным секретарем. Он занимается самыми разными вещами, помимо его основной работы, и во многом благодаря этому у него столько связей. Ему около 40, как и мне. Но иногда возникает такое чувство, будто он проживает сразу несколько жизней. У меня нет твоего резюме, это так, по памяти. Я просто хочу перечислить пару вещей, которыми ты занимался. Ты участвовал в ближневосточном мирном процессе. Да. До этого ты был вовлечен в первую волну бума доткомов. Да. У тебя был какой-то проект? Да. Затем ты занимался бизнес-аналитикой. Верно. Именно тогда ты начал работать в Олбрайт Стоунбридж, в компании Мадлен Олбрайт. Да, я часто выполнял правительственные бизнес-задачи за рубежом. Сейчас мы контролируем работу 4 корпораций за пределами США. Помимо этого, у Майкла есть дополнительные проекты. Когда я был в Швеции, я проводил учения для американцев и британцев, учил использовать дроны для того, чтобы доставлять помощь сирийцам в Алеппо. И теперь я владею 90% акций шведско-немецкой компании. Я пытался продавать всем. Ну, то есть египтянам, марокканцам, просто всем. Но ведь есть еще и другое. Можем поговорить про выращивание конопли? Несколько лет назад Майкл позвонил мне и сказал, что мне нужно написать статью о легализации конопли в штате Вашингтон и о том, как это скажется на бизнесе по выращиванию и продаже конопли. Я написала статью, а Майкл вложился в этот новый бизнес. А потом мне говорят: «Знаешь, на следующий день, всего за несколько часов, твой друг Майкл Штендер Ауэрбах заработал миллиард долларов». Да, буквально 15 минут, и я заработал миллиард долларов. Я рассказываю все это, чтобы вы поняли, что когда Майкл написал мне электронное письмо 9 лет назад и сказал, чтобы я обратил внимание на песню «Wind of Change» группы Scorpions, я сделал это. Статья в Википедии начинается так. «Wind of Change» — рок-баллада, написанная немецкой рок-группой Scorpions, записанная для их 11-го студийного альбома «Crazy World» в 1990 году. Это как поток. Это в жилах каждого из нас. Это фрагмент из документального фильма 1988 года о легендах рока. Это все музыка. И туру, в котором Scorpions были одними из ведущих исполнителей. Heavy Metal. Возможно, вам известна эта группа. Это Матиас Япс, Рудольф Шенкер, Клаус Майне и Scorpions. Они занимают достаточно необычное место в нашей культуре. Это группа из Ганновера, Германия. Они немцы, но поют по-английски. Нашей мечтой всегда было выступать по миру и создавать музыку для всех.
Это хард-рок группа или лайт-метал. Кожа, спандекс, море геля для волос. Ну, вы понимаете. Я люблю выступать перед большими толпами. Хотя, конечно, здорово возвращаться и играть в маленьких клубах. Это Клаус Майне, вокалист группы. Даже сегодня Scorpions популярны во всем мире. Это самая известная немецкая группа. Но у них есть также большая аудитория и за пределами Германии благодаря многочисленным международным турне. Они стали одними из первых западных исполнителей, выступившими за железным занавесом. Их любит Япония, обожает Бразилия. Все это немного странно, если подумать. Это группа, для которой родной язык не английский, поет песни на английском для аудитории, для которой английский в большинстве своем также не является родным. Хотя у них есть несколько песен, которые были очень популярны в Америке. Вы наверняка знаете эту. Вот он я. Встряхну вас, как ураган. Ну, это просто говорит об одном. Мы хотим встряхнуть весь мир. Но есть одна песня, которая по-настоящему стала культовой. Это «Wind of Change». Летом 1989 года Scorpions принимали участие в двухдневном рок-фестивале в России. В это время шла холодная война. Рок-н-ролл был едва ли не запрещен в Советском Союзе, так как Кремль видел в нем потенциальную угрозу коммунизму. Так что этот концерт стал историческим событием с участием таких исполнителей, как Оззи Осборн, Бон Джови, Скид Роу и Мотли Крю. Москва. Мы встряхнем вас, как ураган. Если верить легенде, сразу же после концерта Клаус Майне написал новую песню. Балладу о переменах, которые происходили в Европе в то время. Сегодня мы присутствуем при историческом моменте. Берлинская стена больше не может удержать народ Восточной Германии. Песня «Wind of Change» была выпущена в 90-м году, вскоре после того, как пала Берлинская стена. Она стала абсолютным хитом. Празднование нового политического курса, объявленного сегодня властями Восточной Германии. Вдоль набережной Москва-реки я иду к парку Горького, слушая ветер перемен. Августовский летний вечер, мимо проходят солдаты. В сущности, песня стала гимном, ознаменовавшим падение стены, а также окончание холодной войны между США и Советским Союзом. Впервые после того, как стена была возведена в 1961 году, люди смогут свободно перемещаться по Берлину. В СССР молодые люди были в высшей степени вдохновлены песней «Wind of Change». Они копировали нелегальные записи и передавали их из рук в руки. Песня занимала первые позиции в музыкальных чатах США в конце 1991 года. Приблизительно в это время разрушился Советский Союз. Три союзные славянские республики объявили, что отныне они образуют Содружество независимых государств. По программе главного телеканала в это время должны были начаться вечерние новости, но к нам только что поступили первые детали подписания соглашения в Минске. Советского Союза больше не существует. Я был в старшей школе, когда это все произошло. До сих пор помню, какими яркими были эти события. Помню это чувство. Казалось, что течение истории резко ускорилось. Что та политическая вселенная, в которой я вырос, в которой выросли мои родители, вдруг исчезла. Мы были свидетелями того, как поднимается занавес и начинается что-то новое. Перенеси меня в волшебное мгновение этой славной ночи, когда дети будущего мечтают, унесенные ветром перемен. На песню «Wind of Change» снят замечательный клип. Там есть кадры, на которых рушится Берлинская стена, а потом участники группы Scorpions идут по Красной площади. Я вновь возвращаюсь в мыслях к этому особенному моменту моего детства. Не поймите меня неправильно, песня пошловата, но в ней есть что-то, что заставляет тебя насвистывать ее мотив. Этот призыв к революции, идеализм, сплоченность, надежда. Это проникает в самое сердце. Итак, причина, по которой Майкл отправил мне это электронное письмо в 2011 году, была в том, что в тот день он обедал со своим знакомым. А как мы будем его называть? А как ты хочешь? Оливер. Хорошо, Оливер. Да, мы с Оливером стали довольно близки. Оливер — друг Майкла. Я не могу подробно рассказывать о нем, но он примерно нашего возраста. А еще он работал в ЦРУ. И вы с ним обедали? Да. И что же он рассказывал?
Помню, он рассказал мне много всего, но больше всего мне запомнилась история, про которую я предложил тебе почитать в Википедии. Он был тогда на обучении в тренировочном центре The Farm на армейской базе Кампири или где-то в штабе в Лэнгли. И один пожилой господин пришел к ним, чтобы познакомиться с новыми служащими. Некий седобородый мужчина? Да, и он рассказывал разные истории. И в том числе он рассказал историю тем, кто был рядом с ним, что эта песня была написана специалистами ЦРУ. И что эта песня была частью одной из психологических операций ЦРУ. Психологических операций? Именно. Зачем все это было нужно? Они хотели внедрить эту песню, эту музыку на территорию Советского Союза, чтобы вдохновить их на изменения. Напоминаю, что это не просто какая-нибудь песня. Такие вещи трудно поддаются измерению, но Wind of Change — один из величайших рок-синглов истории. Он занимает 13-е место в списке наиболее продаваемых синглов до цифровой эпохи. Это означает, что число проданных копий этого сингла превышает число копий Богемской рапсодии, Like a Prayer Madonna или любой песни Бритни Спирс. И это не только в США, а повсюду. Эта песня занимала лидирующие позиции во всех музыкальных чатах Европы. На Ютубе она набрала примерно 800 миллионов просмотров. Когда я впервые услышал эту историю, я отнесся к ней скептически, и Майкл тоже. Это же бред. Ну то есть, вы серьезно? Вы там песни пишете в ЦРУ? И он такой, да. И он сказал, да? Да, вот это особенно смешно, учитывая, что это хэви-метал-группа, и сама песня. У меня не было четкого представления о том, как она создавалась, как пришло вдохновение, и почему все были так и одержимы. Этой песней? Да, именно ей, она была своего рода гимном. Согласно статье Википедии, песня была, цитата, «сочинена и написана вокалистом группы Клаусом Майне». В воздухе чувствовался ветер перемен. Я думаю, именно это вдохновило Клауса, нашего солиста, написать песню. В аннотации к диску с записью альбома Crazy World написано то же самое. Клаус Майне во многих интервью рассказывал о том, как сильно его вдохновила поездка в Москву летом 89 года. Во время поездки группа прокатилась на лодке по Москве-реке вместе с другими рокерами. И это предположительно отразилось позже в первых строчках песни. «Вдоль набережной Москва-реки я иду к парку Горького». Может быть так, что Клаус Майне лжет, что песня на самом деле написана ЦРУ, что ЦРУ пишет песни. На первый взгляд, все это кажется полным абсурдом. И все же существует долгая история, которая восходит к началу Холодной войны. История про то, что правительство США в целом и ЦРУ в частности поняли, что пропаганда не работает тогда, когда она выглядит как пропаганда. Немного можно изменить в сердцах и умах, бросая листовки с самолетов. На конференции президент Эйзенхауэр высказал слова поддержки в сторону сотрудников разведки. Когда Дуайт Эйзенхауэр стал президентом США в 1953 году, одно из первых его поручений заключалось в том, чтобы подтолкнуть правительство США к усилению психологической войны против Советского Союза. Безопасность всего свободного мира требует этого. Для действительно эффективной работы, как сказал Эйзенхауэр, США должны проникнуть в мир культуры, в мир убеждений и идей, причем сделать это способом, незаметным для потребителя. По мнению Эйзенхауэра, и это цитата. «Рука государства в этих делах должна быть надежно сокрыта». Через несколько лет после этого русский писатель Борис Пастернак заканчивает работу над своим великим романом «Доктора Живаго». Позже эта история была экранизирована в Голливуде в 1965 году. Поскольку в произведении Пастернака присутствует критика большевизма, Кремль запретил публиковать этот роман. После того, как роман был опубликован в Италии, у сотрудников ЦРУ была на руках полная копия романа, и они решили, что коммунистический текст Пастернака может быть использован в качестве оружия против советской идеологии. Они напечатали 10 тысяч копий русскоязычной версии романа и отправили их контрабандой в СССР. Пастернак получил Нобелевскую премию. Москва была в ярости, но ЦРУ всегда заботилась о том, чтобы скрыть свою вовлеченность. Только несколько лет назад ЦРУ наконец рассекретила те данные, на которые я сейчас ссылаюсь.
Весь этот инцидент с Романом Пастернака показывает, как несиловые методы могут влиять на события. Если проанализировать начальную фазу Холодной войны, станет понятно, что культура сыграла значимую роль в ее развитии. Это британская писательница Фрэнсис Тонер Сондерс. 20 лет назад она опубликовала знаменитое исследование о культуре в контексте Холодной войны и тому, какими методами ЦРУ влияло на культуру. Например, ЦРУ способствовало распространению определенных направлений в искусстве, таких как абстрактный экспрессионизм. Тайно финансировала работу литературных журналов, в частности, Парижского обозрения. Две враждующие силы смотрели друг на друга, можно сказать, через забор. Оружие было опущено на некоторое время, и то, чем они воевали друг с другом, а я убеждена в том, что именно сфера культуры была театром военных действий в период Холодной войны, они воевали средствами культуры. История с доктором Живаго была тем, что в ЦРУ называют операцией по оказанию давления. Но что быстрее может быть воспринято культурой? 700-страничный русский роман или 4-минутная рок-баллада, которая никого не оставит равнодушным? Что если в 1990 году важнейшим действующим лицом в кампании по оказанию давления была яркая рок-группа из Ганновера, Западная Германия? Я поговорил со многими бывшими сотрудниками ЦРУ в ходе работы над этим проектом. Мы познакомимся с первым из них после небольшой паузы. Когда я слышу подобные истории, у меня, как у журналиста, возникают смешанные чувства. Я чувствую воодушевление. Но, в конце концов, я услышал ее из третьих рук. То есть я услышал ее от человека, которому ее рассказал другой человек, а тот, в свою очередь, тоже узнал ее от кого-то. Но случилось так, что когда Майкл впервые сказал мне о том, что ЦРУ написала Wind of Change, я жил в Вашингтоне. И одним из тех, с кем я тогда близко общался, был Фил. Помню, как однажды мы встретились на 18-й улице в баре. Это Фил. Это его реальное имя. Правда, он попросил нас не называть его фамилию. Сейчас он работает в технологической компании, но когда я жил в Вашингтоне, он работал в ЦРУ. Эти три буквы, это сокращение ЦРУ, вызывают противоречивые чувства во всем мире и внутри США. В баре, расположенном в районе Адамс-Морган, в 2011 году я рассказал ему историю, которую мне рассказал Майкл. Это как раз настолько невероятно, что могло случиться на самом деле. То есть в той версии, в которой эта история известна мне, получается, в ЦРУ они там песни пишут? Это не дико звучит для тебя? В музыкальной студии где-то в Северной Вирджинии. Да, точно. Понимаешь, учитывая то, что мы с Оливером люди одного поколения, и это не то поколение, которое работало в период Холодной войны, я пытаюсь представить себя на месте людей, которые действительно участвовали в ней. Я думаю, тогда никто не мог предвидеть, что Холодная война скоро кончится. Тогда достаточно часто выбирали ставить на все, то есть делали много ходов, держа в уме, что какие-то из них могут не привести к желаемому результату, а другие наоборот. Еще есть такое понятие — тайная операция. Это словосочетание сразу вызывает ассоциации в духе Джека Райана. Представляете сразу все эти выпрыгивания из самолетов, стрельба и так далее. Но понятие тайной операции на самом деле намного шире. Филу показалось, что эта история звучит правдоподобно, но можно ли ей доверять? Мне кажется, если ты уверен в Оливере, то почему бы не поверить его историям? И я снова начал думать про Оливера. Кто он? Грубо говоря, есть три типа агентов ЦРУ. Есть такие, как Фил. Они открыто работают в управлении. Фил был аналитиком, у него было рабочее место, на его визитках было сказано, что он сотрудник ЦРУ. Но многие его коллеги были офицерами разведки, то есть они работали под прикрытием. Есть те, кто работает в ЦРУ под дипломатическим прикрытием, скажем, под прикрытием Госдепартамента. Это снова Майкл. Но официально они не числятся в ЦРУ. Эти служащие официально числятся среди сотрудников посольств США в других странах. Они могут быть политиками, переводчиками, таможенниками или атташе по культуре. Это их официальная должность, но на самом деле они работают на ЦРУ. Хорошо, теперь расскажи про людей, которые работают под неофициальным прикрытием. В общем, это так называемые НОКСы. НОКСы — оперативники под неофициальным прикрытием именно. Эти сотрудники — НОКСы, они как герои фильма «Миссия невыполнима». Майкл сейчас объяснит. То есть они не числятся ни как сотрудники Госдепартамента, ни как сотрудники правительства, ни как сотрудники ЦРУ. Они ничто. У них либо есть свой бизнес, либо они работают в какой-то компании и числятся в списках сотрудников какого-то предприятия. А затраты на их зарплату берет на себя государство. То есть существуют определенные компании, да, которые совершенно сознательно берут на работу оперативников под неофициальным прикрытием. Здесь мне хочется остановиться и сказать, что от этого у меня буквально взрывается мозг, от того, что существуют крупные, всем известные компании, которые, возможно, являются вашими партнерами по бизнесу, и у которых среди сотрудников разного уровня есть люди, тайно работающие в ЦРУ. Но вот представим технологическую компанию, допустим, в Каламазу.
А вам нужно узнать, как обстоят дела с производством волоконно-оптических кабелей, например, в Тунисе. И вы можете внедрить вашего сотрудника в эту компанию под неофициальным прикрытием. Вероятно, вы сейчас думаете о том, откуда все это известно Майклу. Помните, я говорила о том, что у него полно знакомых? Многие из них — бывшие тайные агенты. Достаточно странным, но любопытным представляется то, что многие сотрудники ЦРУ, особенно те, кто начал работать после терактов 11 сентября 2001 года, не ограничиваются работой в управлении. Представьте, что вы поступили в ЦРУ сразу после выпуска из колледжа, но в какой-то момент вы чувствуете, что готовы попробовать что-то еще, что-нибудь в частном секторе. И здесь вам придется столкнуться с тем, с чем сталкивается любой в такой ситуации. Вы тщательно продумываете резюме. Есть одна проблема. В вашем резюме сказано, что в течение какого-то времени вы делали то, чем в действительности не занимались. Майкл упомянул одно понятие, о котором я раньше не слышал. Rollback. Это своего рода специальный термин ЦРУ. Не думаю, что это понятие само по себе тайна. Просто складывается такое впечатление, что это щекотливая тема. Когда я спросил Фила про rollback, ему стало не по себе. Тебе знакомо слово rollback? Это войдет в подкаст? Фил не захотел говорить об этом, но после того случая я обсуждал эту тему с другими бывшими агентами, а Майкл объяснил мне суть понятия. Итак, rollback — это когда сотрудник ЦРУ хочет уйти и иметь при этом право открыто говорить о своей работе в ЦРУ. Но для этого нужно подать заявление. Нужно подать заявление? Да, нужно подать заявление и получить разрешение. Фил не был агентом под прикрытием. То, что он работал в ЦРУ, не тайна. Но если бы он работал под прикрытием, в таких случаях нельзя говорить о том, что ты служил в ЦРУ даже после увольнения. Если ты сотрудник, который служит под дипломатическим прикрытием, тебе, скорее всего, откажут в получении разрешения, пока ты не предоставишь действительно вескую причину, зачем тебе нужен rollback. Это тяжелая ситуация для сотрудников, потому что эти люди не были сотрудниками Госдепартамента. Они были сотрудниками ЦРУ. То есть у них поддельное резюме? Да, поддельное резюме, 100%. Абсолютная подделка. Мне интересно, какую работу я имею право выполнять в таком случае, и что мне делать с тем, что на интервью мне придется врать об опыте работы, которого на самом деле у меня нет. Тут есть два варианта. Ты можешь устроиться на работу в компанию, в которой будет известно, что ты не был сотрудником Госдепартамента. То есть там есть такие люди, как и ты, в этой компании. Получается, все как бы в курсе. Да, все в курсе. Да, это твое резюме, но я знаю, что ты на самом деле делал. Есть такая категория людей. А другая категория — те, кто решил попробовать что-то новое. Многие из них переходят в сферу управления частным капиталом, потому что они очень толковые, хорошо разбираются в людях. И есть сотни бывших служащих ЦРУ, которые работают, к примеру, в JP Morgan, Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, работают в области управления частным капиталом. Тут-то и появляется Майкл. Когда-то он составил себе хорошую репутацию как специалист по трудоустройству бывших сотрудников разведки. Получается, что в этом узком кругу очень многие ищут работу. Ее поиск часто происходит при помощи тех, кто посвящен в их дела. То есть нужен кто-то вроде тебя, кто может расшифровать, что стоит за поддельным резюме, и помочь людям выбрать правильное место. Да, я знаю много людей, которые работают, скажем так, в бизнес-аналитике. Это лучшее место для бывших агентов. Да, еще эта работа должна быть связана с общением с людьми. Да. Одной из причин, по которой я был склонен поверить истории Оливера про группу Scorpions, было то, что ему поверил Майкл. Майкл хорошо знает бывших агентов, он постоянно ведет с ними какие-то разговоры, и он не рассказывает мне все, чем эти бывшие агенты делятся с ним, но эту историю он мне рассказал. Он и Оливер доверяют друг другу. Другой причиной стало то, что я сам встречался с Оливером. Много лет назад я работал над статьей, и Майкл предложил мне познакомиться с двумя бывшими тайными агентами, которые могли бы мне помочь. Мы договорились позавтракать в роскошном отеле с видом на Белый дом. Одним из таких бывших агентов был Оливер. И все было понятно с первой минуты. Мы договорились позавтракать. Да, ты помнишь это? Я присоединился к вам. Ты тоже там был? Да, я там был. Мы встретились, чтобы позавтракать. Нас было четверо. Да, четверо. Ты, я, Оливер и еще один человек, другой бывший агент. Итак, мы вчетвером сели за столик, но я сразу почувствовал, что эти двое были напряжены. Они все время молчали, и было видно, что им не очень комфортно. Я подумал, что, возможно, дело в том, что Майкл попросил их встретиться со мной. Они не хотели идти на этот завтрак. Может быть, я сказал что-то не то? Да и я тоже. Но думал, что они поделятся информацией, которая могла бы для меня полезной. Завтрак прошел ужасно. И после всего я помню, что ты звонил мне и извинялся за то, что все прошло не совсем так, как хотелось бы. Выяснилось, что после того, как мы сели за столик, за мной села женщина. Она была одна. И эти двое бывших агентов сразу напряглись. Им показалось, что она подслушивает наш разговор.
Ты еще сказал, что как только эта женщина села, они оба выругались. Да, это правда. Мой завтрак с Оливером позволил мне понять одну вещь. Он не из тех, кто тратит время на пустые разговоры. Он профессионал до мозга костей, в высшей степени осторожный, осмотрительный настолько, что иногда его сосредоточенность переходит в паранойю. Журналистам часто приходится встречаться с людьми, чтобы оценить, правда ли то, что они рассказывают. Оливер показался мне очень серьезным, ни одного пустого слова. Иными словами, историю про группу Scorpions, в случае, если ее пересказал Оливер, нельзя сбрасывать со счетов. С тех пор, как я впервые услышал эту историю 9 лет назад, я стал буквально как помешанный. И Майкл тоже. То есть каждый раз, когда мы собирались вдвоем, чтобы пообедать или просто посидеть где-то после работы, все заканчивалось тем, что мы вдруг начинали обсуждать эту тему. Делились идеями, источниками, которые потенциально могли бы быть полезны. Новые мысли появлялись постоянно. И случалось такое, что мы, забыв про все, начинали писать друг другу прямо во время субботнего завтрака с детьми. Мы делали всевозможные запросы, изучали архивные данные, искали информацию про экс-рокеров, дипломатов, бывших агентов. Но все не так просто. Наше дело касается засекреченной тайной операции. Если эта история про правда, то подробности известны только небольшой группе людей. И даже если у меня получится найти этих людей и задать им вопрос, то существует большая вероятность того, что они просто соврут, мне будут все отрицать. Расследование истории создания песни «Wind of Change» в течение долгого времени было для меня таким проектом, который постоянно вытесняли какие-то другие дела. Но история так сильно меня волновала, в особенности то, каким странным образом в ней переплетены действия разведки США и поп-музыка в контексте «Холодной войны», что о том, чтобы оставить проект, не было и речи. В прошлом году я решил, что пришло время взяться за него по-настоящему. Но я сразу столкнулся с одной сложностью. Трудность была связана с Оливером. У него нет роллбека. До сих пор у него его нет. По закону, Оливер даже не имел права рассказывать мне о том, что он работал в ЦРУ. Что же говорить про тайную операцию, целью которой было создание и распространение рок-баллады, которая должна была привести к окончанию Холодной войны. И все же мне хотелось попробовать поговорить с ним. Понятно, что в случае, если он согласится, мы изменим его имя. Не будет никаких биографических подробностей. Мы сможем изменить его голос, если он захочет. Все, что я хочу от него, это рассказать историю. Рассказать ее еще раз. И еще, мы не будем записывать именно его. Мы запишем только то, что будет слышно на твоем конце провода. Ты же знаешь его лучше, чем я. Просто мне кажется, если ты позвонишь ему и сходу начнешь «Привет, ты в прямом эфире». Он, наверное, смутится, не знаю. Но если ты просто скажешь ему «Привет, мы делаем подкаст. Что ты думаешь насчет того, чтобы поговорить под запись? Мы сделаем все, чтобы защитить тебя от возможных последствий». В таком случае он согласится? Ты не знаешь? Я не знаю. Вот с чем я сейчас борюсь. Мы уже сделали достаточно много, и у нас уже было достаточно неудач. Ну, например, эти мысли, что это неправда. Да, что это неправда. И были моменты, когда мы совсем отчаивались, и потом вдруг появлялись какие-то данные, которые подтверждали обратное. И самое безумное в этом всем то, что когда ты начинаешь заниматься подобными дикими историями, ты понимаешь, что они имеют смысл только в том случае, если в них есть хотя бы доля правды. Как правило, и это мне очень нравится, Майкл менее склонен относиться к чему бы то ни было скептически. Это стопроцентная правда. Я спросил у Майкла, можем ли мы позвонить Оливеру и предложить ему встретиться. Так я и оказался в квартире Майкла, где и начинается этот подкаст в один из вечеров прошлой весной. Мы собирались записать только то, что будет слышно на нашем конце провода. И мы договорились не сообщать Оливеру о том, что я сижу рядом с Майклом, чтобы не спугнуть его. Майкл налил мне вина, поставил передо мной пакет с попкорном. Будешь попкорн? Это попкорн? Я могу взять? Да, бери. Мы говорим тихо, потому что сын Майкла спит в соседней комнате. Ну так что, какой план? Вы договорились на конкретное время? Я написал ему сообщение. Пока я ем попкорн, Майкл спрашивает. Звоним Оливеру? Ну давай. Оливер, Оливер. И Оливер снимает трубку. Что значит, жив ли я? Ты сам-то жив? Как опытный агент, которому нужно выбить информацию, Майкл не собирается сразу же задавать волнующий нас вопрос. Ты шутишь? Да ну. Да, это здорово. Ему необходимо подойти к вопросу непринужденно, так что в течение какого-то времени они просто разговаривают. С ума сойти. Это подводит нас к тому, о чем я хотел спросить тебя. Майкл напоминает Оливеру про нашу историю. Слушай, а помнишь историю, которую ты рассказывала мне лет 10 назад? О группе. Мы составили детальную карту, на которой обозначены всякого рода связи между людьми, чтобы проверить, правда ли то, что ты рассказал.
И да, то есть ту историю, которую рассказал тебе тот седобородый мужчина. В общем, мы собираемся взять интервью у тех, кто организовывал концерт, задать вопросы тем, кто тогда служил в разведке. Ну, и мы надеемся, что сможем прийти к чему-то. То есть, либо понять, что это просто интересная история, подробности которой нам неизвестны, либо, например, понять, что все на самом деле правда, и что все было именно так, как ты рассказываешь. Из тебя все началось. И я знаю, что запись на диктофон в твоем случае — это непросто, но я подумал, может быть, ты сможешь дать интервью при условии, что в подкасте будет изменено твое имя и голос? Ну, с другой стороны, так и есть. Хорошо. Да, конечно. Да. Это правда. Конечно, поэтому я и позвонил. Да, конечно. Я не сумел понять, что конкретно говорил Оливер, но мне был слышен звук его голоса. И мне показалось, что Оливер не ожидал такого вопроса. Тон Майкла тоже изменился. Теперь он изо всех сил старается уверить Оливера, что все будет в порядке. Не переживай. Понятно, я не хочу, чтобы тебя посадили, чтобы тебя, не знаю, арестовали или еще чего похуже. Да, я не хочу, чтобы тебя посадили. Ладно, неважно. Класс. Отлично. Хорошо, спасибо, напишу тебе позже. Пока. Майкл повесил трубку. Да, я так и сделал. Расскажи, что он ответил. Но он такой, это исключено, это тяжкое преступление, если на записи будет мой голос или что-нибудь такое, меня посадят. То есть все, что угодно, пожалуйста, но только не эта история. Черт, правда так и сказал? Да, он очень напрягся. Ну и сказал, послушай, я не могу, это тяжкое преступление, меня посадят, надолго посадят. Ну и в конце он снова сказал, надеюсь, ты понимаешь, что ты не должен как-либо упоминать меня в связи с этой историей. Ага, это то, что я не имел права рассказывать тебе. Я слушал, как ты говорил, и мне показалось, что когда ты спросил, помнит ли он, как он рассказывал тебе историю, он сразу начал говорить, что это не его история, что это история другого человека, а он пересказал ее тебе. Ну да, он дал ясно понять, что не имеет к этой истории никакого отношения, потому что он был ребенком. Ему было 12 тогда. Черт. Прости. У каждого расследования есть свой ритм. Бывают прорывы, за ними нередко следуют провалы. И тогда хочется все бросить, но ты прекрасно понимаешь, что останавливаться никак нельзя. Нужно продолжать, пока не произойдет новый прорыв. Отказ Оливера говорить с нами, даже при условии, что мы скроем его личность, однозначно был провалом. Мне очень хотелось услышать, как он сам рассказывает историю, понять, помнит ли он какие-то детали в контексте всей этой истории, про агентов, которые принимали участие в операции, о том, кто рассказал ему эту историю. В то же время, то, что Оливер запаниковал, его неподдельная тревога, которую я услышал в звуке его голоса, и слова о том, что он может поделиться другими историями, но не этой, поскольку она слишком важна, поскольку она должна остаться в тайне, ее нельзя рассказывать. Все это почему-то придало мне сил. Было чувство, как будто мы смогли нащупать что-то, как будто в этой истории действительно есть доля правды. И нам предстоит разобраться в том, что было на самом деле. Почему он так напрягся? Он объяснил это как-нибудь? Нет, другие истории, пожалуйста, но только не это. Далее в нашем подкасте. Я бы сказал, что «Wind of Change» — одна из важнейших песен в истории музыки. Это то, что у Scorpions никогда не отнять. Я отправилась... Это не под запись. Теперь обратно под запись. Это как здание, полное людей, и все передают друг другу секретную информацию. Это то, что она хотела знать. Не агент ли ты, не работаешь ли ты на русских. Это очень стрёмно возвращаться колумбийцам и сообщать, что потерял почти 14 тонн их конопли.
Он зашел в одну из спален, открыл комод и сказал: «Здесь миллион долларов». Тебе это казалось нормальным? Нет, но это был конец холодной войны. Думаю, это можно понять. Ты можешь туда попасть. Я не уверена в том, что тебе следует это делать. Тебе не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что была заключена какая-то сделка. Они любят теории заговора. Чем сложнее, чем запутаннее история, тем выше вероятность того, что они заинтересуются. И я такой: «Черт, мы едем в Россию». Wind of Change — это оригинальный подкаст, выпущенный по Enable Street Studios, Crooked Media, Spotify. Ведущий автор серии — Патрик Раденкив. Старший продюсер — Генри Маловский. Помощники продюсера — Натали Бреннан и Брэм Фейлер. Шон Лавелл — наш редактор. Консультирующий продюсер — Майкл Штендер-Ауэрбах. Звуковой дизайн и сведение звука — Генри Маловский. В подкасте использована музыка Марка Ортона и Джона Хэнкока. Музыкальный руководитель — Джонатан Файнголд. В качестве звукового сопровождения использованы композиции, предоставленные компанией XO Records, а также альбом группы Opium Flirt Saint European King Days, предоставленный компанией CD Baby. Исполнительные продюсеры компании Pineapple Street — Дженна Вайс-Бёрман и Макс Лински. Исполнительные продюсеры компании Crooked Media — Томми Витер, Сара Вик и Сара Гайсмер. Исполнительные продюсеры компании Spotify — Лиз Гейтли и Джей Кламбер. Особая благодарность Джону Фавру, Джону Лавиту, Элисон Фалцетто, Джошуа Яффе, Уильяму Исту, Ксении Барковской, Майтис Бронкайзер, Эрику Манелу, Джонатану Менхевару, Кортни Хэральд, Чифи Еду, Джесси Маклейн, Полу Спеллеру, Бьянке Гримшоу, Сайсель Сканарашу, Джонни Вайнер и Джастине Гонзаско. При подготовке подкаста использовались фрагменты документального фильма 1988 года «Легенды рока», документального фильма, посвященного Московскому международному фестивалю мира, записи выпусков NBC News, ABC News, фрагменты документального фильма «Frida Rock Documentary», «British Passé», фрагменты фильма «Доктор Живаго». Перевод подкаста на русский язык осуществлен силами творческого объединения «Огонек». Спасибо, до новых встреч!